Концепция развития пассажирского транспорта в агломерации была представлена Министерством транспорта. Весь смысл в том, что по новой задумке в 6 городах – Нижнем Новгороде, Дзержинске, Кстове, Наборов, Балахне и Арзамасе – весь транспорт, муниципальный и межмуниципальный, будет объединен в одну систему. Управляться она будет одним оператором, соответственно, будут исключены маршруты-дублеры, установлена фиксированная плата за обслуживание маршрута и в общем и целом разносторонняя и витиеватая система нижегородского транспорта будет оптимизирована. Наша задача – исключить гонки пассажирских автобусов, убрать дублирующие маршруты, отдавая предпочтение электротранспорту. Нужно сделать так, чтобы люди сами отдавали предпочтение общественному транспорту, а не личному автомобилю. Город никогда не исключался из разработки данной программы. Обсуждение программы уже прошло при губернаторе. Кроме этого, на Госсовете по транспорту при президенте данная программа была признана компетентной и взята для тиражирования в других субъектах. Получается, всем перевозчикам будут платить не за количество пассажиров, а за качество перевозок. Да и все заработанные деньги теперь будут попадать в бюджет также единым образом. Изменения коснутся более 2 миллионов человек, проживающих на территории будущей агломерации. По мнению разработчиков концепции, она поможет оптимизировать компенсацию выпадающих доходов от перевозки льготников. Самое приятное, что если систему все-таки создадут и запустят, цены на проезд не вырастут, заявляют в министерстве. Если концепция будет всеми принята, то следующим этапом как раз станет определение экономической эффективности. Будет определено, где мы убираем дублирующие маршруты, а где нам логичнее пересадить пассажиров с одного транспорта на другой. Цифра есть, но она очень большая, но я бы постеснялся ее сейчас назвать. Мы работаем над ее снижением. Мы планируем заказать научно-исследовательскую работу, где будет определено количество пассажиропотока в зависимости от сезонности и направления. Новую систему предлагается внедрять поэтапно. Первый этап предполагает модернизацию трамвайной и троллейбусной инфраструктуры. Она оценивается примерно в 44 миллиарда рублей. В 2020 году предстоит создать математическую модель пассажиропотоков. Концепцию уже поддержал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Единогласно одобрили ее и депутаты. А рабочая группа Госсовета по транспорту изъявила желание помочь в разработке и внедрении новой единой системы. Анастасия Рябова и Даниил Воронов. Время новостей.